Яркие многофункциональные детские площадки теперь будут радовать ребят, проживающих вблизи улицы Космодемьянской, 17/4, и Пролетарского проспекта на аллее возле торгового центра «Глобус». По губернаторской программе в городе Щелково открывается 6 площадок. Вот это 5-я, которую мы сегодня открываем для вас. Потому что самая большая награда для взрослых – это улыбки, смех, радость на лицах детей. Площадки выполняются по разным тематическим направлениям. Здесь было принято решение установить площадку по теме «Замок». Я надеюсь, что она вам понравится. Новая детская площадка на Пролетарском проспекте на аллее возле «Глобуса» отвечает всем самым современным требованиям. И, конечно, понравится детям и даже взрослым. Она очень нравится нам. А чем нравится больше всего? Мне нравится вот эта качель, вот эта крутилка и вот эта лазилка. Мне очень интересно. Да. Также в нашем городском округе в деревне Протасово в рамках все той же программы открыли спортивную площадку, предназначенную для игры в баскетбол, футбол и волейбол. Стоит ли говорить о том, что юные любители спорта очень этому рады? Мы очень сильно любим играть в футбол. Мы очень, занимаемся очень сильным спортом. И мы давно мечтали, что когда Протасово откроет площадку, она, во-первых, универсальная, можно и баскетбол сыграть, и футбол. И еще плюс, что кто тут живет, детям не было скучно, и ходили бы поиграть. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.